максимально разрешенной скоростью, то есть здесь это 60 км в час. Ехали на разрешающий сигнал светофора, и перед самим перекрестком вылетает машина «Газель» полицейская с мигалками, и под самый конец включена сирена. И произошло столкновение, в результате чего все мои пассажиры, включая меня, получили травму. Какое-либо давление на тебя оказывается? Ну, со стороны сотрудников. Нет. Ну, ничего не говорят. Так, водитель, ко мне подойдите. Сейчас, дай бог, начнет снимать, что-то повредите. Так, нет, да. Водитель. Я думаю, по-любому водителю не был пристегнутым вот этот вот ППС. Вот он повредился, я думаю. Да. Даже... То есть это уже после? Ты звук слышал? Они потом включили. После. Да. Потому что... Даже во время удара. Посадили мальчика, чтобы... Полицейская машина выехала отсюда. Гражданская ехала оттуда. По словам видеозаписи водителя гражданской машины, что это Форд, или я вообще не понимаю, что это такое. Вот. Он ехал на зеленый, полицейская машина ехала на красный. Глядеть. Сейчас его, похоже, будут делать виноватым. Там уже непонятно, какие телодвижения происходят, оператором какие-то записи. У него регистратор отбирают. Непонятно. Ладно, рассказывай, как тебя зовут, что было, что случилось. Меня зовут Алексей Вадим Дмитриевич. Мы ехали на машине. Нас было пятеро. Двое спереди, трое сзади сидели. Мы ехали с максимально разрешенной скоростью, то есть здесь это 60 км в час. Ехали на разрешающий сигнал светофора, и перед самим перекрестком вылетает машина «Газель» полицейская с мигалками, и под самый конец включена сирена. И произошло столкновение, в результате чего все мои пассажиры, включая меня, получили травму. Я правильно понимаю, звуковой сигнал появился после того, как после удара, да? До этого не слышали, правильно? Вот он не скажет. Звукового сигнала же не было, правильно, когда вы двигались? Не знаю, мне кажется, он появился под мостом, как только они выезжали, в самый последний момент включили. И его было не слышно. Как считаешь, у тебя была возможность предотвратить столкновение? Нет. Что сейчас с тобой делают полицейские? Сейчас все пытаются оформить. Меня сейчас заберут в отдел на продувку, еще что-то. Ну, чтобы состояние узнать, трезвый или нет. Да. Какое-либо давление на тебя оказывается? Ну, со стороны сотрудников. Нет. Ну, ничего не говорят. Так, водитель, ко мне подойдите. Сейчас, дай бог, начнет снимать, что-то повредите. Так, нет, да. Так, водитель, ко мне подойдите, комментарии никакие не надо. Все правильно. Все хорошо. У вас есть стоянка какая-то? Ну вот так вот, господа. На самом деле, полицейские этого водителя очень сильно обрабатывают, чтобы он с нами не общался. Но он как бы вроде адекватный, понимает, что огласка ему поможет, а вот видео может куда-то подеваться с регистратором. Регистратор, кстати, у него оперативненько изъяли после того, как мы начали им интересоваться. Что как бы наводит на мысли о некоторой заинтересованности сотрудников в исходе дела. Куча оперов, куча вообще
полицейских машин. И там вот пришли вдаль, чтобы пообщаться свободно. Да. Чтобы никто им не мешал. Отходить в штраф. Вот этот следователь, который... Вот этот майор, который все управляет. Вот, который без жилетки там находится, майор. Ну, вот. Сейчас водителя забирают в отдел, или уже забрали, на медицинское освидетельствование, и дальше неизвестно, что с ним будет. На месте тут следователи. Все пассажиры легковой машины получили травмы различной степени тяжести, но в основном не тяжелые, как я понял. Госпитализирован водитель «Газели» с травмой ноги. То есть с высокой долей вероятности он, возможно, был не пристегнут, из-за чего получил эту травму. Но это не точно. Точно только то, что кипиш тут конкретный. Я думаю, товарищ майор, он может жалобу написать, потому что если вот этот отражающий жилет находился на проезжей части. Да. Правильно? Сейчас надо будет узнать его данные. Это да. Нормально все? Бывает нормально. Что за аварий? Да вот. Полицейская машина и летела оттуда на красный свет. Парень лейтенант ехал вот здесь. Лейтенант! Угадайте, кого хотят сделать виноватым. Вы слышите меня, нет? Ты смотри, я говорю обращение, он сел и уехал. Не ну, пристегнутый. Ну что за наглость? Ну что за наглость? Не, вот это вот.